О, Даня. И новый разъемчик. Что такие грязные? Какой взял-то последний? Понял, стоит 500 рублей, не меньше. Ты меня понял? Заебал, блядь, рукой. Ну все, на себя. Я ушел в пустыню. Да, звонил. Он сейчас в этом хуйне, в этой, короче, в Карелии. На среде. А в четверг на завод пойдет. Это мне перенесут на видео. Вот это на 256. Я ее продам одному чуваку за 1300 рублей, даже за 1700, как я куплю за на 512, ты понял? Тебя устраивает такое? Без питания. Питанием, да? Да. Хорошо, с питанием. Короче, я его немножко обманул на 500 рублей. Даже на 1000 рублей был чувак. Нет, нет, у меня есть один чувак. Не буду говорить, что он такой. Твою оперативку ему продам за 2000. Ты согласен? А тебе куплю DDR3. Нет, там не Кенсен, там Трансцент. Так это все сильно лежит, я не рад, что все это зажал. Ты чё, бухать пойдёшь? Нет. Почему нет? Все, я все работаю. Да пизди больше. Обратно работай. Спать пизди, заебал бы. Ну сколько можно, Завтра работаю. Я тебе звонил 3 дня назад, завтра работаю. Звонишь на следующий день. Где мое барахло? Тащи быстренько. Ты дома был? Чего ты не вышел? Ты звонил мне первый день, сказал, где мой барахло, говорю, бухать пойдем, ты говоришь, нет, я не пойду, завтра не работаю. На второй день я звоню, ты где? Я на Ваське. Тащи мое барахло. Значит, ты второй день был дома. А сам не вышел даже на первый день. Что за хуйня-то? Я не был дома. Было. Чуть приезжал, что я был дома. Дома. Ты дома был. Чего ты? Вечером ты был в автобусе, на следующий день ты дома был, а на второй день ты тоже дома был. У тебя собака лаяла. В автобусе собаки не лают. Я вчера не помню. У тебя собака лаяла дома. Я еще завтра работаю. А потом я еду. Куда поедем? В Ушаки, да? Да, можешь подъезжать. Да ладно, вы в парке с мужиком здесь бухали, господи. Я сам по телефону понял. Ты приложил эту херню? Приложил? У меня на все, на трамвай, на троллейбус, на автобус даже в лицо. И даже у меня коммерческое такси. Иногда. Да. На некоторые, не на все, есть специальные маршрутные такси. Особенно на Дебах не есть. Я поеду на это, ты поедешь на следующий. Ага. Разбежался, я поеду здесь с тобой. Ага.
Пойдем сядем. Я приложу. А ты? Почему? Покажи, покажи. Бабки ты взял? Данька, ты бабки взял? Ну ты тебе барахло продам, то я тебе куплю. Ну что, он балак?
по-люстерски все прикрыть. Серьезно? Ну, полтора терабайта будет жесткий диск. Или это 112? Посмотрим, да? Здесь через писал в контакте? Нет. Вообще не писал. Нет. В чем здесь пишет? Мне даже пишет. Я не знаю. Все от него эти столы телефона. Он, кстати, как-то странно пишет, я писал без знаков препинания, да? Да, Танька. Читаешь, что он пишет? А мои читаешь? Как нет? Читаешь? Вообще не читаешь? А, да? Вольфенштайн новый выйдешь, купишь мне на 6 гигов оперативку, видеокарту GeForce GT550 и еще Core i5 с материнкой. Сам куплю? Это здесь подарок у вас? Thank you.
Так обычно? Да. Почему она на металлике? Тормознул напротив юморта? И что мне за это будет? Меня же мусор не поставит. В клетку. Нет. Нет. Сейчас пойдем. Урдалак, ты урдалак, да? Под автобус? Ты что, с ума сошел? Ну хорошо, сейчас выключу. Точно выключить? А ты со мной встретишься, да? Если я выключу. А если я не выключу? Ну все.